Несколько лет подряд череду новогодних праздников в Ульяновске открывали именины сибирского Деда Мороза. На грандиозное празднование в парке 40-летия ВЛКСМ собирались тысячи ульяновских детей и их родителей. Однако в этом году пышные торжества пришлось отложить. Все массовые мероприятия из-за коронавируса оказались под запретом. Пришлось, конечно, это все делать дистанционно, не так, чтобы вместе, но все То есть Дедушка Мороз, он современный. Ему тоже приходится приспосабливаться к современным гаджетам и всевозможным изобретениям. По видеосвязи Деда Мороза поздравили и Костромская Снегурочка, и Иван-Царевич. К современным форматам празднования приходится привыкать даже сказочным героям. Ограничения на них тоже распространяются. Дедушка Мороз, а вы носите маску? Да, мне приходится носить, конечно, маску. Но в исключительных случаях, когда это необходимо соблюдать или это требуется. Несмотря на ограничения, терем Деда Мороза по-прежнему принимает подарки для именинника. Работает и почта Деда Мороза. Вот только на улице, как прежде, волшебного дедушку не встретишь. Дедушка Мороз, а вам больше 65 лет? А вот ты как сама думаешь? Ну, я думаю, лет 200. Ну, конечно, Дедушке Морозу больше, наверное, 65 лет. Хотя, конечно, он душой молодой и волшебник. И пусть в этом году основные новогодние празднования пройдут онлайн. Без подарков никто не останется. В этом Дедушка Мороз заверил нас лично. Варвара Семенова, Юлия Шагунова, Владимир Куликов. Специально для взрослых новостей.